Всем привет! Сегодня 27 июня. Делаю включение для отчета. Есть несколько причин. Первое. Чтобы увидеть, что я вышиваю в течение там весь лист, я решила фотографировать. И знаете почему? Потому что возьмем фломастер, которым уже капец. Получается, что я вышивала вот этот вот лист. И вот, что это? Это нос лодочки, гондолы, да, по-моему, так называются лодки в Венеции. Тут вот еще останется два листа. И сейчас это у меня уже в остатке идет, ну, так мне пишет, сколько крестиков .ру. 9000 крестиков. С другой стороны, это примерно где-то типа 2-3 недели вышивки. С тем темпом, которым я иду сейчас, примерно у меня выходит 3000 крестиков в неделю. То есть один лист я вышиваю примерно за неделю. Ну и плюс вот эти вот короткие. Вот. И хочу вам показать, то есть я сейчас смотрю сверху, как и вы, и эффект мне очень нравится. Я вот когда вышивала, сейчас я уже приближаюсь, мне очень понравился вот этот вот переход. Так, сейчас я сделаю параллельно поверхности. Кстати, снимаю я с высоты своего роста. Ну, это примерно выглядит вот так. Вот. Вот так вот это все выглядит. И тут вот мне очень понравился переход от желтого, такой какой-то коричневый, потом тут был фиолетовый. То есть вы видите, сколько намешано. Сейчас при искусственном цвете это не так все клево выглядит. Но зато с другой стороны сейчас видно другой эффект. У меня есть тут фиолетовые цвета и синие, это DMC. И вот вы их можете увидеть по просветам. Вот тут вот, тут полностью все SHS, и только вкрапления вот эти вот. Вот, сфокусировалось, вот вкрапление сиреневого, это тоже DMC. Но на светлом это не так видно. А вот тут вот синее вот. Это тоже DMC, и это 16-й каунт, то есть все равно светит, а SHS не светит. И хочу сказать, что, ну, не знаю, это лично может быть у меня такие же кривые крестики, как и на SHS, просто на SHS это более заметно, потому что нету такого более плотной укладки или скрутки волокон в самих нитках мулине. Поэтому эффект типа кривых крестиков больше заметен. Но вот в DMC то же самое. То есть они тоже не совсем все ровные. И дело тут не в каунте. А дело, то есть просто мне писали девочки в прошлый раз. И я согласилась, и я с этим до сих пор согласна. Что сейчас даже вот я вам показываю, ну, я знаю, где тут бугорки, и это бугорки не только потому, что я, как это сказать, креплю нитку своим способом на лицевой стороне, а просто потому что это SHS. И я могу сказать, что у меня есть моя рукодельная ютубно ВК-шная подружка Аня, привет тебе, кстати, знаю, ты всегда смотришь, я не всегда вспоминаю тебе передать привет. Ну вот, вот она вышивает тоже схему от Химеры, там волк серый, но она парковкой все это делает. И вот по фоткам, блин, конечно, клево у нее все получается, все ровненько, все супер, короче говоря. Я не хочу сказать, что на самом деле там все фигня какая-то получается. Нет, ну просто фотографии это фотографии, видео это видео.
А с расстояния это вообще другой момент. Вот сейчас тоже смотрю, вот здесь вот окна, тоже DMC, так, пальцами, тоже DMC и тоже светит. Вот СХС, все нормально, все закрыто. Так, нас прерывает до следующего включения. Всем привет, сегодня среда. Смотрите, девочки, сейчас внимание на экран. Вы видите лодочки? Если нет, я вам скажу, знаете, как с сусликом, а он есть. Вот, сейчас вышивала шва, такая смотрю, блин, какие-то штуки. Такая, вот лодочки, вот лодочки, вот. Потом тут будет лист опускаться, и вот лодка. Сейчас я вам покажу, как это выглядит на схеме. Вот схема. Коричневая, это то, что я сегодня вышиваю. Получается, вот лодка. Не знаю, что это. Но вот точно лодка. И даже тень будет. Причем... Так. Надеюсь, все было слышно. Причем сама лодка будет вышиваться черным цветом, а тень от нее темно-синим. Это 939 цвет. Сегодня, кстати, как-то не странно, на последних двух листах, или так сказать, двух полноценных и двух маленьких, мне еще пришлось ввести на планшетку еще целую пасму синего цвета, темно-синего. Но, скорее всего, что она уйдет не вся, я пока отрезала просто две нитки. Ну, в смысле нитки, там где 6. Но их, короче, две оптовые нитки. Так, я буду продолжать вышивать. Так вот выглядит моя работа. Вчера я довышивала уже конец листа. И видите, как красиво перелив воды, отражение от набережной получается. Просто классно. Вчера вышила 598 крестиков. Ну, это маленький листочек. Вот так вот пока выглядит. Здесь сейчас будет темное, то есть это видно лодочки будут с переходящим зеленым и оттенки желтого, желтого цвета вот здесь вот будет, ну вот типа такого плана. Ну и до следующего включения. Всем привет. Сегодня 2 июля, точно. 2.07. И я включила свои, так сказать, видеонаблюдения. И у меня уже готово вот столько. Не обращайте, конечно, обращайте внимание. Вроде низ кажется неровный. Но он действительно неровный, но это потому, что у меня натяжка так сделана. Уже не стала я делать. И, наверное, я все-таки выложу сейчас, смонтирую отчет, потому что остался вот лист большой и маленький. Это как раз на ширину ладони. То есть дней 5 надо мне будет. Может быть, у меня быстрее получится, потому что вот этот лист у меня был один день, я вышила 1500 крестиков. И это было вот здесь вот. Да, вот так вот где-то это было, вот так вот кусок. Так вот, да. Не знаю, как у меня так получилось. Итак, о процессе конкретно данного листа. Значит, самые сложные моменты это было вот здесь. Вот тут вот россыпь. Сейчас я приближаюсь. Так. Видео может шататься, потому что я с рук снимаю, чтобы было поближе. Нужно показать. И, конечно, сложный момент был. Ну как сложный? Чуть-чуть. Вот здесь. Вот это вот. Особенно внизу. Вот. Много всего.
и реально одиночки. Ну как, одиночки не рассыпаны, но все равно 5 крестиков и они рассыпаны, допустим. Итак, здесь будет уже продолжение самой большой лодки. И следующая вот тут вот лодка есть. Вот, если помните. Вот крыша. Чик-чик. Так, ну и тут набережная будет. Фух. Я быстрее, в общем, чем запланировано все делаю. Мне это нравится, потому что у меня уже есть следующая работа, даже две, которые я уже хочу начать. Но мне нужно, ну, если начинать, то сразу две одновременно. И мне нужна вот эта вот большая рама. То у меня только две рамы. Итак, всем спасибо за внимание. Всем хорошего настроения, летнего жаркого настроения. Шустрые иголочки. Нашему организатору Лили большой привет. Принимайте мой отчет. Всем пока.